Добрый день! Сегодня мы в Волгоградской области на поле КФХ Чердынцев. Знакомимся с гибридами Nunems, гибридами томата. И первый в нашей программе гибрид Platinum. Гибрид обладает плотными плодами, однородными, одинаково выполненными. Плотность плодов позволяет их достаточно далеко транспортировать. Гибрид обладает насыщенным красным цветом. Масса плодов 150-180 грамм. Они одинаковы и достаточно хорошо выполнены. Гибрид хорошо отделяется от стебля. Очень плотный, насыщенный красный цвет. Ну и попробуем его посмотреть в разрезе. Очень сочная мякоть, достаточно много сока выделяется. Очень сочный и вкусный гибрид, при этом достаточно плотный для транспортировки. Второй гибрид кустового томата для открытого Грутна – это гибрид Майсалун. Отличается он от платинового большим размером плодов. Это 250-300 грамм. Некоторые плоды достигают 400 грамм веса. Это, что можно сказать, классический бифтомат. Томат обладает плотной структурой. Достаточно много плодов на кусте. Томат средних сроков созревания. Круглый, насыщенно красный. Майсалун – томат длинного цикла с высокой урожайностью. На кусте большое количество плодов. Вот так это все выглядит. Плоды достаточно однородны, имеют округлую форму и хорошо выполнены. Майсалун достаточно плотный, что позволяет его хорошо транспортировать на дальние расстояния. И при этом это многокамерный томат с очень красивой сердцевиной, внутренностью. Сочный, очень много сока, но при этом достаточная плотность. И обладает хорошим вкусом.